37-летняя Марина Александрова разоткровенничалась об уходе за собой. Звезда сериала «Екатерина» самозванца рассказала, как сохраняет свою красоту. Актриса призналась, что у нее мало времени на бьюти-процедуры. Она годами остается верна однажды выбранному имиджу. Однажды ей пришлось сменить внешность, осветлить локоны. Этот эксперимент Марина считает крайне неудачным. «Много лет назад я была блондинкой, и это было худшее время в моей жизни. Тогда я играла актрису Валентину Серову в сериале «Звезда эпохи», 2005 год. И должна была стать максимально похожей на нее. Полгода, пока шли съемки, я была блондинкой. В итоге я поняла, что совершенно себя такой не вижу», — отметила брюнетка. Олег Янковский также остался недоволен экранным образом коллеги. Актер посоветовал ей больше никогда не краситься в блондинку. Он заявил, что природа не придумала ничего лучше сочетания темных волос и голубых глаз. Александрова позаимствовала секреты визажистов и художников по гриму. Она научилась делать профессиональный мейкап, выделяя свои преимущества. «Я знаю, как сделать так, чтобы макияж выглядел естественно и не сильно менял черты лица. Я умею незаметно подчеркивать плюсы и советую этому научиться всем девушкам». «Это точно не сделает вашу жизнь хуже», — отметила кинозвезда. Бывшая возлюбленная актера Александра Домогарова поделилась одним из бьюти-лайфхаков. Она рассказала, как улучшить свой вид после бурной вечеринки. Можно взять румяна и слегка нанести их на веки, чтобы придать свежести взгляду. Также можно растушевать румяна и по другим точкам лица. «Но главное не переборщить, а то будете выглядеть больной, а не свежей», — посоветовала актриса. Марина даже на съемках старается оставаться узнаваемой. Она противится желанию стилистов примерить на нее ультрасовременные тенденции. «Я очень люблю массажи, обожаю водные процедуры, но бьюти-фаворитов у меня нет. Скорее для меня важно человеческое общение и книги, благодаря которым я отдыхаю. А тот же массаж – это просто релакс», – подчеркнула Александрова в интервью Woman. Свободное время актриса тратит на детей. Звезда воспитывает 7-летнего сына Андрея и 4-летнюю Катю. Недавно Марина похвасталась необычным подарком мужа – 46-летнего Андрея Болтенко. Александрова восхитила звезд роковым образом. Артистка показала, как выглядит без макияжа.